Всем привет, с вами Дима Ванпойнт и добро пожаловать на новую часть прохождения Dirt 5. Мы все так же тусуемся в карьере. И в предыдущей серии было круто, потому что мы ездили в горах на специальной машине, которая подготовлена для таких заездов. Поэтому если вам это интересно, если вы это пропустили, сверху по подсказке можете переходить и посмотреть предыдущую серию. Ну а сегодня у нас будет все плюс-минус, мне кажется, по классике. Нам нужно проходить вот эти вот заезды, они раллийные. И в конце у нас будет Джимхана. Итак, погнали. У нас тут ралли-рейд. На чем? А нам предлагают на Peugeot поехать. 87 тысяч у меня есть. Тут есть просто легендарнейшие машины, на которых я, естественно, и хочу ехать. Потому что... Ну вот посмотрите. Ну вот только посмотрите на это. Это Lancer Evolution 6. Эту машину я обожаю. Эту машину я люблю. Поэтому эту машину я сейчас покупаю. 80 тысяч я трачу все свои бабки. У меня остается 7900. Это мало, это реально мало. Давайте посмотрим, что у нас есть по ливреям. Может быть, можно как-то посимпатично это все сделать. И тут у нас полосочка. Ну, в белом, да, пускай будет в белом цвете остается. Все, выходим, сохраняемся. Ну, такая вот бело-красная раскраска будет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? О, не, Бразилия, конечно, красивая. Очень красивая. Get ready, друзья. Приготовились. И поехали. О, тут у нас еще и с асфальта начинается. Сейчас наш полный привод раскроется. Не, определенно это лучше едет, чем Пыжик. Пыжик не так хорошо едет. Да. Ой-ой-ой, а занос-то был какой? И полеты. О, солнечные засветы красивые. Пролетаем, пролетаем. Об всех оботремся, но так, тихо-тихо-тихо-тихо. Там эскорт что-то прям... Ух ты ж, блин. Вот это сейчас было бы печально. Нормально я в стену влетел. И да, Бразилия у нас тут трасса-то не очень широкая. Но будем стараться догнать. А, у нас еще тут спринт. То есть тут нужно гнать на всех парах. Давай, влетаем, влетаем, влетаем в эту стройку. Так, вот тут вот. Но. Посмотри, что творит. Он меня выталкивает просто на широкую. Обгоняем. Обгоняем и здесь вот так вот просто заходим в этот поворот. Максимально срезаем. Фу-у-у. Это было хорошо. Так, асфальт начался. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было опасненько. И посмотрите, какое падение. Жесть. Так, повороты. Повороты начались. Хватаемся за асфальт. Тормаживаемся. Ууу, друзья. Опасная трасса, очень опасная. И опять мы тут некрасиво вылетели. Но при этом приехали в грязь. Так, отлично. Еще разок. Блин, очень сильно нагоняют меня в поворотах. Как-то я, видимо, еду все-таки неправильно. О, вот это было пламя. Нормально. Нормально у нас прострелы идут с трубы. Хорошие, красивые. Так. У нас тут где-то поворот. Тихо, 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 тихо. Держимся, держимся, держимся. Опасненько, друзья. Скорость нереальная. Я не привык к таким скоростям после тех автомобилей, которые были у нас в карьере. В предыдущих заездах. Держись. Отлично. Пока что все хорошо. Вроде как они от нас отстают здесь на прямых, потому что... Как я уже говорил, это одна из лучших машин, которую можно взять. Все-таки не зря я в детстве смотрел ралли. Теперь хотя бы знаю, какие машины стоит брать, какие нет. Такое вот у нас не очень хорошее оттормаживание получилось. Занос, занос, занос. Почему? Почему ты не ставишься боком, когда нужно? И 97%. И мы приезжаем на финиш. 2.16 у нас получилось. Это было плотненько, особенно в начале, когда просто не подступиться. Да, нормально, кстати, практически на 5 секунд уехали от наших соперников. Круто. Еее, целых 3 печати. Это хорошо. Пока что у меня все вообще идеально проходится. Везде ровненько 4 печати есть. Так, ладно, спринт у нас теперь. Опять спринт. Здесь спринт, тут спринт, везде спринты. Новая машина, на которой мы еще не ездили. И вы только посмотрите, как она переливается. Какая у нее офигенная краска. Это же Кэнди. Это Кэнди цвет, 907 лошадей. Что? Охренеть. Я сейчас чувствую, я на ней просто куда-то улечу, не знаю куда, в стену куда-нибудь. А заезд-то у нас не очень сложный. Смотрите, тут просто круговой заезд. Хорошо, хорошо, поедем. Такие машины, кстати, из последних гонок есть во Wreckfest. Чего она на дыбы встает? Охренеть, там мощь на задних колесах. Вау, куда, куда меня разворачиваете? Офигеть, я понял. Я понял. Так, хорошо. Тогда сильно не газуем.
Блин, пипец, ее управлять невозможно. Смотрите, что происходит. Она просто нереально боком ставится. Охренеть. Охренеть. Охренеть, как ее управлять? Жесть какая. Просто жесть. Я еду последний. Чего? Как здесь вообще кого-то догонять? Капец, как этой машиной управлять? Это ж нереально вот. 5 кругов. Блин. А вот и первые сложности, походу. Но она бьется тупо в отсечку на первой передаче. У нее есть другая передача какая-нибудь? Охренеть. Я их даже догнать не могу. Так, понятно. Снова перезаезд. Блин, что началось-то, а? Так же хорошо все было. Ладно, стартуем. Стартуем сейчас на полной. На полном газу. Полетели. Но они все равно уезжают. Почему она бьется так под сечку, я не могу понять. Так. Аккуратненько. Тормаживаемся. Блин, да почему ты так под сечку бьешься, мать твою? Охренеть! Ребят, я честно не понимаю, как этой машиной управлять. Я не понимаю. Я еду сейчас в полгаза. В полгаза меня догоняют. Если я еду в фулгаз, то на фулгазе она едет не очень хорошо. Так. Мне бы хотя бы куда-то приехать здесь. Давай, давай, давай. У тебя получится. Тихо, 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 тихо. Так, ну в заносе нужно постоянно, наверное, проходить поворот. Ты. Давай, ё-моё. Как это сложно, вы бы знали. Ее приходится постоянно ловить. Она постоянно едет боком и проваливается в большие углы. А если мы провалимся в большой угол, то будет совсем все плохо, но мы приехали. Фу, блин. И на удивление, мы это прошли также на три печати. Ладно, у нас теперь наконец-то Джимхана. Кстати, Джимхана мне не особо нравится здесь. Но, тем не менее, у нас есть Фиест. Погнали на Фиесте. Я очень надеюсь, что Джимхана у меня сейчас получится. Она достаточно сложная здесь, как я уже сказал. Ну, поехали. Поехали. Get ready. Нужно набрать достаточное количество очков. Погнали. 3 штампа надо. Прыжок. Дрифт. Давай, 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 давай. Донат делаем. Так. Теперь вот здесь надо все позбивать. О, как же тяжело это все дается. И в заносе надо пройти. Есть. Сбиваем. Здесь еще раз подрифтим. Ах ты ж, блин, врезался. Так, сбиваем вот это. Прыжок. Сбиваем вот это. И тут надо... Отлично. Так, сбиваем снова вот это. Шикарно. Дрифтить. Надо много дрифта сделать. О, вот тут... Вот тут можно сделать вот так. Блин, тяжело-то как с машиной управиться. Давай, 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 давай. Надо бублик покрутить нормальный. Человеческий. Блин, 30 секунд осталось. Нужно сделать где-то донат нормальный. Так, сюда. Сбиваем. Нет, плохо сбили. Так, сюда. Здесь будет считаться донат? Блин. Мы сделали донат. Отлично, 3 печати есть. Фу, мы прошли вообще это дело. Походу дело прошли, судя по тому, что нам дают ачивку. О да. О да. Не, вот Джимхана здесь сложно. 2 печати всего дали, а чего я не прошел? Чего я не прошел, почему 2 печати всего? Finish position. Походу дела я не прошел, у меня очков очень мало было. Пока я сосредотачивался на прохождении заданий, надо было больше очков набрать, если у меня такое подозрение. Но я проехал прям дерьмово. 2 печати, да. 2 печати и чё по объектам? Чё по объектам-то? Даже не показывают. Ну ладно, хрен с ним. У нас главное, что следующее открыто. Итак, Ultra Cross Италия. И тут у нас наши волки говорят ауф.
Так, ну, 290 лошадей. Наша Фиеста. Все так же на ней. Тут ничего не меняется. Ой. Ну, как мне все-таки эти виды нравятся. Так, ну что, хорошо, полетели. Фиесточка, ну я надеюсь, ты меня не подведешь. Мы на этой трассе, по-моему, на других автомобилях катались. Ну да. Сейчас мы едем на более быстрых. Но тут, тут вроде опять ничего сложного не должно быть. Есть у меня такое подозрение. Ну да, тут сложного ничего не должно быть. Единственное, я не понимаю, почему в карьере настолько жестко повторяются все локации. Мне бы хотелось большего разнообразия. Благо тут, ну, тут есть трассы, есть заезды. Почему именно в карьеру они напихали вот одного и того же? Не совсем ясно. С разными, конечно, погодными условиями. Но, тем не менее. Блин, не, ну Фиеста едет. Еще как едет, я могу сказать. Мы просто улетели от них. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Теперь здесь заезжаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо машина. Вот знаете, вот тут физика, она достаточно странновата. То есть... В те моменты, когда тебе нужен дрифт, дрифт не происходит. А в те моменты, когда он тебе не нужен, он происходит. Это очень странно. Так, тут прям мы проехали очень жестко. Какие-то у нас тут искры. Ай, красиво было. Так, и, конечно же, в занос. Шикарно выехали, но машину дернуло на выходе из поворота. У нас идет пока что первый круг. А вот и снова вылезло солнышко и начался дождик. И вы посмотрите, какая графика стала симпатичная. То есть вот, ну мне это, по крайней мере, намного больше нравится, чем когда у нас было без дождика. Вот тут освещение становится прям крутое. Блин, и опять же, нам, чтобы получить три печати, нужно сделать прыжок и поцарапаться краской. А я уехал слишком далеко от соперников. И царапаться с краской мне просто не с кем сейчас. Блин. Это хреновенько. Ой, какой красивый засвет. Нет, блин, освещение здесь просто фантастическое, друзья. И, конечно же, приехали на первую позицию. Взгляньте, как сейчас выглядит эта Фиеста. Блин, красиво, очень красиво. И когда там наши соперники это приедут? Что-то пока что они не собираются приезжать. Трасса была легчайшая, да, и уехала я от них больше, чем на 10 секунд. Но... Итак, у нас открылись спонсоры. Смотрите, какие они тут у нас есть. AMD, есть Codemasters. Ну, давайте пока что Codemasters мы возьмем. Итак, здесь показывается наша репутация. Нужно, если мы будем репутацию поднимать, у нас будут определенные спонсорские награды. Нам вполне себе они нас устраивают. Так, что у нас открылось следующее? Land Rush, друзья. Что у нас по тачкам есть? Ну, вот, я не знаю, вот есть смысл ехать вот на этом Lafite? Либо поехать опять на нашем X'е. X прям он достаточно хорош в этом деле. Ну тут, блин, перформанс S, хендлинг C. А здесь, наоборот, перформанс C, хендлинг A. То есть у нас категории это немножко разные автомобили. Ладно, все, берем опять же X. Я хочу поехать на нем, потому что я в нем уверен. И едем мы, кстати, опять в Сиамарай на Китай. Вот. Что такое? Почему одни и те же заезды? О, ну что, полный привод X'а. Ты должен мне в этом помочь? Я думаю, должен. Поехали. Есть тут быстрые ребята? Слушайте, да, есть. Есть, вон вижу, один едет. Не, ну X, смотрите, как идеально проезжает. Но он просто, он на старте всех рвет за счет своего полного привода. Стартует, естественно, лучше. И смотрите, мы как можем спокойно всех обгонять за счет своей управляемости, а? Ну вот видите, тут как бы выбор. Либо у тебя так себе управляемость, но хорошая скорость. Либо у тебя хорошая управляемость, но так себе скорость. Вот X, это вот как раз вот про последнее. Здесь хорошая управляемость, но скорости в этой машине особо нету. Поэтому логично, что на прямых меня будет догонять, но будет отставать в поворотах. Ну и мне, в принципе, такой расклад, наверное, нравится больше. Потому что, честно говоря, той машиной управлять сложненько. Сложненько, поэтому мне не понравилось. Будем кататься все-таки на X. XX меня прям устраивает полностью, честно говоря. Но было бы, наверное, лучше, да, если бы он был слегка побыстрее. Но в целом машина едет и едет очень даже неплохо. Ох, какие лужи, блин, лужи тут просто красивейшие. И вообще вот именно партиклы, вот эти вот частицы, которые есть в этой игре, они реально очень красивые. Офигенно смотрятся. Но, к сожалению, видите, у нас не все трассы такие прям вот грязевые, с лужами и так далее, чтобы вот всем вот этим делом наслаждаться. Есть трассы, которые с максимально сухим ландшафтом, и там как-то вот графика смотрится... Не очень.
А здесь все вроде как окей. Так, во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично, вошли. Блин, ребят, да X-то тащит. На 4 секунды они от меня отстают. На 4 с чем-то. X определенно тащит. И очень хорошо тащит. Не знаю, как они умудряются, но вы посмотрите на время. На 4 секунды они все-таки все так же от меня отстают. Но при этом я улучшаю каждый раз с каждым кругом свое время. И у меня уже улучшение на 3 секунды. Но эти как вот едут на одинаковом расстоянии от меня, так и продолжают ехать. То есть, ну ты говорю, боты тут какие-то, они максимально прям скриптованные. И, ну, блин. Ну, это неприятно. Хочется, чтобы они какие-то были более человечные. Они здесь вот прям вот боты-боты. Все по скрипту. Все вот как прописали разработчики, так мы и делаем. Короче, ребят, X это просто имба. Охеренно управляется. Я сейчас ехал и максимально отдыхал вообще. Фух, хорошая машина. Нереально хорошая. И посмотрите, какое у них отставание. Это просто жесть. Это жесть. Не. Тут, короче, на тачке, мне кажется, можно даже на многие деньги не тратить, потому что все остальное это туфта, которая стоит дорого и никуда не едет. Ну и давайте для ровного количества проедем еще вот этот вот ивент в Италии. Колоната. И, конечно же, ну я тут даже выбирать не буду. Берем X, опять же, в нашей красной раскраске. И погнали. О, заезд у нас тут будет ночью. Но опять же, наша машина, она максимально хороша, поэтому мы ничего не боимся. Ни ночи, ни дождей, ни грязи, ни снега, ничего. Все спокойно проедем. Хотя, посмотрите, старт у меня здесь был не очень хороший. Так. Напоминаю, 3 круга нужно проехать в этом заезде. Блин, ну ночь, конечно, тут прикольная. Вот тут ничего не скажешь. Она прям такая темная. Освещение видно только от фар в основном. Ну ладно, там видно мы еще такие вот желтые указатели, куда поворачивать. Ну вот тут какие-то лампочки вот еще висят. Но это все не особо помогает, потому что если смотришь туда вдаль, то это прям вот ночь-ночь. И где-то видны какие-то определенные куски освещения. Но это круто. Это круто сделано. И вот особенно здесь, смотрите, как обозначили нам небольшой мостик. Блин. Не, реально, трассы, конечно, хоть они и плюс-минус одни и те же, у нас тут карьеры появляются, но... Черт возьми. Как это все обставлено круто. Как это круто все обставлено. Вот эти все фонарики, это освещение. Классно. А как трассы преображаются, если ты в другой сезон едешь там? Зимой, например, да? Либо там, когда дожди у нас идут, там куча луж, грязь такая становится более жидкая. В общем, не знаю. Мне все-таки графики здесь нравятся. Многие говорят, что это графика 5-летней давности. Я отчасти с ними согласен. Но вот эффекты... Эффекты здесь явно не 5-летней давности. Но опять же, мы еще не забываем о том факте, что еду я пока что... Все еще на Xbox One X. Это у нас уже консоль, которой, по сути, ну сколько там получается? 2-3 года, да? Как бы логично, что она уже подустаревшая. Но при этом, даже несмотря на то, что она считается устаревшей, выдает, мне кажется, очень хорошие показатели. И вот он наш, этот великий прыжок. Да, короче, я, блин, доволен на самом деле в этой игре многим. Вот оно, красивейшее пламя, последний прыжок. Да, все так же мы приземляемся на нашем Иксе и приезжаем на финиш, друзья. Отлично, 5 минут 19. Обычно мы на этой трассе приезжали 2 круга, в этот раз у нас было 3 круга, поэтому это было дольше. Но и соперники отстали еще на большее количество секунд. Да, практически там 10, даже больше 10 секунд у нас получилось, практически 11. В общем, отстали они жестко от нас, но и... X просто максимально кайфовый, друзья. Просто максимально. Очень крутая тачка. Ну и на этой прекрасной ноте я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр прохождения Dirt 5. Если вам это дело все нравится, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Дима OnePoint и всем пока-пока.